Волки вот так сожрут, он же лазит везде. Он вообще как он по сеткам ходит, я вот это не пойму. Спускайся давай. Поэтому сегодня отправка кошек. Лучше отправлю, честно, чем потом проблемы будут. Жалко, а дома в деревне держать это не вариант. Они по-любому гулять им тоже хочется. Вот молодец ты, молодец. Вон дерево рядом. Так, смотри, получается один на стол. Писец, аккуратно. Да. Скалолаз чисто. Но опять, я думаю, он не нужен стол, потому что мы калитку Барсик, ты сломали, задолбал. соответственно, тут два калита сейчас Я сломали. не жалко, ребят, честно, Так, ну так не смотри, хочу их прямо отдавать. на Сегодня Снежку точно отправляю, она-то у нас гуляка. С ней еще тяжелее. А вот по поводу Барсика и Симбы. Симбу вообще не знаю, как отдавать. Сегодня отправка, я не знаю, уже думаю, может печку на кухне сломать, сделать им там снизу как клеточку. Потому что на улице держать их, это тоже не тот момент. Я не могу, я нервничаю. А внутри на свободном выгуле они по столам лазят. Ну все, беспорядок делают конкретно. Так, ладно. Симбон. Погнали. Так, а где? Так, идем, ребят, волкам давать глистогонку. Выгуливаем их. Так, закрываем ворота. Всем привет, на связи Агоп Аркадьевич. Погода бомба. В общем, ребят, сейчас вышла на связь женщина. Девушка, которая хочет забрать Симбу с Барсиком. И, наверное, погода бомба. Наверное, отдам. Что делать? И все, и после этого никаких кошек. Просто реально. Реально лучше отдать и не переживать, не нервничать. Сейчас киарку мы закроем. Так. Мне лучше закрыть от греха подальше. Тише, тише, тише. Стоп. Стоп. Стоп, стоп. Нельзя, нет, нельзя, нет, нельзя. Со спайка лапой ничего хорошего. Подожди, подожди. Ты сейчас. Чтобы волки погуляли спокойно. Потом питов отпустим. Сейчас стрим сделаю. Попробую с людьми поговорить. Скажем, успокоиться. Киарка, иди к себе. Давай, иди. Киара, Киарка, иди, мышка, иди к себе. Давай, давай, давай. Так, лапа твоя как? Слушайте, ну... Видно вам? Ну, вроде нормально. Я уже думал отработкой помазать. Потому что многие советуют. Вот, народный, скажем, метод это отработкой мажешь и все. Так, по полторы таблеточки даем. Нельзя, подожди. Подождите, мои сладкие, подождите. О, я и на ночь это оставил. Ну ничего. Я, нет, надо убрать. Стеночка, стой. Давай, девочка, давай. Это глистогонка Мильби Макс. Хорошая самая. Так, молодцы. Давай, стой. Ну стой, а что? За что мой? Стой, мой шлетки, в смысле. Тихо, Луна, отойди, то еще за тебя я получу. На меня-то он не рыпнется. Стой. Стой, Маш. Ну стой, ну стой, ну стой, ну стой. Просто ротик открыл. Ты что? Что случилось такого? У тебя пасть длиннее, чем у Луны. Маш, вот, вот, мои девочки, мои красавчики. Идите гуляйте. Только не гавка, а то выпадет таблетка. Так, сейчас они прогуляются. Потом мы их там закроем в том вольере. И щенков начнем глистогонить. Тоже быстро сделаем. Потом стрим сделаю. И в Краснодар.
О, свет надо выключить, уже дней 4 горит. Уличность. Потом питов отпускать, короче. Чтоб питов отпускать, надо бы там обратно это закрыть. Ну все, выключаем пока. Да вы что? Вперед, вперед из песни. Побежала, проверю. Тише, тише. Ара! Чё за нытик ты у нас? Итак, вы погуляли? Все в порядке, Лу? Алло, Лу, давай, тише. Молодец, моя девочка, моя сладка. Малыш, малыш. А ты переживаешь? Не переживай. Все хорошо. Тут надо забрать. Забираем. Сейчас я их закрою, прикрою тут все. Мас, мас. Все хорошо. Мас, блин. Ара! Ну сколько можно, ну? Балкон закрыли, можем отпускать. Бандита. Так, все. Закрыл это. Так, все. Кстати, дорогая моя, с днем рождения тебе. Моя девочка, моя. Моя девочка, 3 годика. Тебе 3 годика, сейчас тебе вкусненькое что-то дадим. Сейчас дадим. Ну иди, иди, тебе можно. Тише, 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 только сильно далеко не уходи. Нет, 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 подожди. Кимка. Кимка, у меня сегодня день рождения, можно. Так, что мы можем ей дать? Вкусненько, Кимка, только не прыгай. Так, что ж у нас есть? Давай яйцо тебе пока дадим. Некогда нам надо. Кимка. Пойдем. Кимка. Пойдем, пойдем. На. Иди сюда. Иди там, у нас это миска. Араб ищет там. Не пойми кого чего, да? Кими. Ай, так кушай, мальчик. Кушай, это такое быстрое поздравление. Кушай. Ребят, чуть не кладет сейчас. Не, он желток, желток. Кинка желток. На, во, нет, ну. Это арматура, пусть торчит. Она мешает. Так, готово. Давайте посмотрим, как получилось. Все, теперь можно будет отсюда подойти. Здесь хоть грязи не будет. Здесь навесик будем делать. Ну, отлично. Ох, детвора будет бегать здесь. С кайфом. Вот это, конечно. Надо вот как-то. Эр, вот это, боюсь, чтоб не согнули. Ну, не выберутся. Не, а как ты? Ты не бери. Ну, просто, видишь, вырежешь некрасиво, большая щелка. Ну, да, я просто думаю, может, вот так вот наварить. Или что? Ну, посмотрим. Ну вот это вот все надо вот прихватывать. Оно не касается. Или не касается, не будет вибрировать. Ты вот смотри даже, вот убери руку. Не, знаешь, что убери самое? Убери руку. Знаешь, что самое здесь главное? Здесь у тебя только вот эти хорошо. Ну отлично, да. Знаешь, что самое главное? Вот взяли латы на забор. В долг взял. Пиздец, незапланированные расходы. Котятки наши, блин, сегодня отправляются. Все, по-моему. Пиздец, все-таки. Так, наверное, будет лучше. Ах, Симба! Ах вы сволочи такие, а! Ах вы сволочи такие, а! Разъединяем нахрен. Что такое, а? Что такое? А? Укусила она тебя, так и тебе надо. Молодец, моя. Кимочка, моя девочка, оба друг другу лапы поперекусали. Так, закрываем. Успокойтесь, успокойтесь. Молодцы. Кимка, иди сюда. Кимка, пойдем в этот вольер, моя солнышко. Моя солнышко. Да, вот блин. Все-таки опасно ехать. Ой, блин, не одно, так второе, а, ребята. Что хрен. Ну, питы, питы, за ними глаз да глаз, это бойцы в любом. Да, ну как тебя хвалить, я тебя не буду. Араб, давай, Валер. Ничего, похромает, перестань.
нах. Не бойся, что ты подсекаешь. Ничего тут сильно не пробили, раб, нормально. Жить будешь. Это мелочи, поэтому пройдет. Пожалуйста, вот пожалуйста, а? А я разговаривал по поводу Симбы. Песня, молодец, моя девочка, у тебя что? Ну, у них одинаково, не успели сильно глубоко. Да ж ты ж моя сладка, да, я тебе поглажу. Моя сладка, все хорошо, моя девочка. Все, нельзя. Так, еще вы мне подеритесь. Ну, видите, мясо было разбросано, волки же закапывали. Как бы эти-то друг другу уступают, а тут еще не выяснилось. Ну, офигеть. Что за сегодня день напряжен? Кстати, сетку еще туда-сюда, туда-сюда. Ну, уже прыгаем, все, уже лапа не болит. А, уже не болит, я сказал. Это не сильный бобрик. Ой, Киарка, моя девочка, я тебя забыл. Сейчас, подожди. Иди, девочка. Так, только не иди туда. Все. К волкам не ходить. Мясо ищите, кушайте лучше. Ну, все, Багирка, кушай. Молодец, Киарка. Только без кипиша. Сейчас я постою, чтобы она успокоилась. Скажу, что ее нельзя. А то она щенков любит, она хочет на них посмотреть. А Луна там, и они начинают все из-за этого. Она любит просто. Молодцы, туалет. Так, по Спайку тоже сейчас до Коптева не могу дозвониться. Сейчас до них дозвонюсь. Видео отправлю, проконсультируюсь. И будем решать что-то с ногой Спайка в любом случае. Поэтому чем меньше животных, тем больше внимания я не успеваю. Реально, это не все так просто. Это кажется, что по видео. А что, возьми так, сделай, возьми так. У каждого свой характер. Каждый хочет гулять, проявлять свой характер. Кошаки наши там. Вроде сейчас решаю вопрос, отправляю всех троих. Симба с малым до Питера. Снежка до Москвы. В общем... Это посмотри, она мясо ищет, отлично. Киарка, только смотри, Киара, туда нельзя, понятно? Буду ругаться. Не дай бог, еще не хватало опять зацепов этих, чтобы Муса потом напал на Багиру, не дай бог. Понятно? Я строгий, смотрите мне. Не балуйся, Киара. Успокойся, Киара. Муса, успокойся. Киара, ты тоже не выпендривайся только. Забрать мясо хотя. Он будет злиться. Сейчас закрою. Тише. Вы чё? Муса, Багира, пойдем. С питбулем нельзя чужим ругать его. Можно хвалить. А потом уже, когда подружишься, уже начинает ругать. И то аккуратно. Тетя приехала. Посмотри. Да. Поздравили Кимку. Молодец. Подрабатываю таксистом на хуторе. 425 рублей. Все, и лоток взяли, и корм взяли, хороший, дорогой. Отправляем, короче, от Снежки, ну, грубо говоря, там не могут ее встретить сейчас. Все, одному человеку отправляю, как раз она троих хотела. Сколько? 425. У тебя не будет, что ли? Что именно? 425. Так, Кимке сегодня день рождения, поэтому пусть погуляет девочка. Можешь на веранду заходить, малышка. Блин, как ты услышала, я пошутил вообще. Молодец. С днем рождения, моя девочка. Моя красавица, извините, что не могу, руки не доходят. На свой день рождения отправлял девчат. Джессику звали. Да, моя девочка, да, моя красоточка моя. Что тебе дать? А, я знаю, что сейчас. Секундочку. Сейчас дадим. Давай, Кима. Стоп, ты куда все? Кимка, Кима, иди сюда. Кима, иди кушай. Иди сюда. С курицей вот. Ну, тут трубчатого нет. Кушай, моя девочка. Кимку люблю, она красотка и умничка. Поумнела с годами.
Это не мощные, ребят. Если человека так они укусили бы, так вот там. Я просто видел, там по камере не видно. Кстати, в платную телегу залетайте, видео уже в платной телеге. Сразу причем. Они за лапы взялись, вы знаете, за вот эти части друг другу вот так. Одна с этой, прям вот оба передние. И его оттрепали, я думаю, ну все, думаю, я кричу. Остановились благодаря крику. Ну я уже думаю, ну все, крышка. А потом думаю, ну сука, кобель, ну должны. Крикнул, смык, приостановились, думаю, фу. Были бы две суки или два кобеля, хрен бы они остановились. Потому что они уже нормально вцепились. У Кимки день рождения, пусть гуляет. Я разрешаю, гуляй. Че хочешь, сделай, моя девочка. Если тебя ругать, ну ты красотка, я тебя очень люблю. Моя. Мальчик. Ай, ляпку тоже хочешь, да, подать мне, да? Дети мои, ну иди испачкай меня, мое солнце, мое солнышко, мое. Да, красотка. Давай, тебя покажу. Арабчик пусть сидит, да? Вчера меня нафигачил. А сегодня ты на него напала, отомстила, да? Молодец, значит, все. Люблю. Умничка моя, очень красивая. Плохая девочка. Гуляй. Нет, не сел, гуляй. Самый ужасный момент. Пойдемте, пожалуйста, пойдемте. Самый ужасный момент, моя кошка. Как Симбу отправлять, я вообще не знаю. Иди, кошка, иди. Я не знаю, как Симбу. Мы прокатимся, может быть. Может, нет. Не отдам я буду. Так открой. Придет, сам придет. Котик мой. Чтоб я еще раз кого-то завел, пожалуйста. Барси, вылез. Симочка. Да ты мой Симочка. Ай, блин, как это тяжело, я вас очень прошу, не мучайте меня, давай, иди сюда, Маш, иди сюда. Я тебя очень прошу. Симка, что с тобой делать? Давай прокатишься с нами, а дальше мы посмотрим. Симбочка, иди сюда. Симба. Да ты ж мой котик. Мой красавчик, мой, ты чудо. Так, если что, прокатишься с тобой. Да, каких там... Я себя сейчас так матерю внутри. Это предательство. Не бойся, не бойся. Прикол, они вылезли оттуда. Бедолаги. Моя солнышко. Ребят, я с ума сойду. У меня сейчас сердце и все выскочит от этой боли, блин. Мы
мы с ним едем, и разговариваем, на мёк, говорю, Снеж, пожалуйста, тебе там будет лучше. Она опять мяу, вот сейчас оттуда-сюда пробралась. Короче, мне хреново, честно говорю. Короче, наша Снежка трется. Я уже весь в белых волосах ее. Какая кошечка, таких нежных, ласковых еще не видел. Моя ты Снежечка, моя любимая. Не знаю, я сейчас позвонил Оксане, я говорю, так и так. Она говорит, не переживай, типа, буду фотоотчеты кидать. И, типа, а если опять случится, как ну, с Бамби, я говорю, ну вот, поэтому в первую очередь тоже думаешь об этом. 50 на 50. Люди переживают, я переживаю. Я еще раз говорю, я больше никогда никого из-за жалости не оставлю. Это реально больно. И на него свет. Прожектор включен. Смотрите, сидит педалашка. Все. Сидит педалашка, короче. Молча Симба. Подобрал, помнишь? Усы какие, да? Мой красавчик. Ты как настоящий мужчина, Сим. Тебя вообще надо брать с собой в поездки. Мы плывем на льдине, песенки поем, успокаиваемся. Как на бригантине, по сырым суровым морям. Ой, блин. Ой, тихо. И всю ночь соседи, белые медведи. Соседи, белые медведи. Они меня облепились со всех сторон. Эй, куда? Туда не иди там. У меня эти. Сешка, а ну иди оттуда. Видно не судьба, видно не судьба. Видно нет любви. Пою, кошек развлекаю, когда пою, они молчат. Видно, нет любви, видно, надо мной. Ребята, молодежь, вот бывает в это зеркало смотришь, не видишь машину, она вот в зоне мертвой, невидимой. Будьте очень бдительны, когда перестраиваетесь. Вот сейчас я ехал, машины не было, но я видел, она заехала и пропала. Вот так смотрю, нет, а потом вылезла. Есть зоны, ну, мертвые, аккуратно. Ребят, попели песенки. Стало легче, Симбочка рядом. Вот так вот. А смуглянка молодого нока отвечала парню так. Партизанский, молдаванский собирается. Короче, я еще кашляю. Ребят, сидят, смотрят в машине, такие умные. Ну, Симба это легендарный, конечно, кот, ребят. Ребят, мы почти час гуляли, Симба как сидел, так и сидит. О, ну красавец, сидит с нами такой. Деловой, Симбочка ты мой. Ну все, все, все. Девочка моя. Снежка. Снежана. Снежка, точнее. Так, глаза чистые, нос чистый. Да нормально, ты наш. Ушки чистые, все хорошо. Она нас гулять любит. Так же смотри, что принято было. Все, малышка. Также был принят. Снежка. Дайте поцелую, моя девочка. Надо? Нет, мне не надо. Этот бедный лег. Пойдем, малыш, пойдемте. У этой мама дикая была кошка лесная. Так, у этого молодой понимаем, котик. Это кот? Кот, кот, кот. Кот, привет. Мой... Глаза чистые, нос чистый. Мой красавчик мой. Так, уши чистые. Ну, как да, зовут его? Барсик. Он молодой. Едут они в Питер, да? Давай. Шкода, может. Симба, чё? Мне сейчас плохо просто стало. Ну, пойдем просто выйдем, посмотрим вообще.
Так, принимаем третью кошку на Питер. Как зовут? Симба. 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 Глаза чистые, нос чистый, уши чистые, шерстка, все хорошо. Симба. Не могу я Симбу отдать, забрал обратно, короче. Это мой кот. Давай, Симба, иди домой. Не смог его отдать. Пипец, кусочек мой. Как он переживал. Ребят, Снежка такая чуть на панике была. Малой вообще нормально так его забрали. А Симбин, он вот так на меня смотрит. В шоке. Я говорю, ну отправить не отправлю, советуюсь. И Георгий такой, забирай так сходу. Я говорю, блин, может судьба. Потом говорю, Настя, скажи мне, что делать. Она, я бы не отдала бы. Симба как почувствовал, что мы уже подъезжаем, вышел, замяукал. Иди, иди там. Домой. Вот так, Симбочка. Пойдем домой. Симба. Симба, пойдем домой. Ну погуляй, погуляй. Все, вернулся Симба. Миза, хочешь идти к своему женишку? Ну иди. Только надеюсь, вы не помиритесь. Пойдем. Молодец, Симба, красавец. Давай в туалет ходи, Симба. Нельзя, нельзя, нельзя. Нельзя. Валер, 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 Валер. Нельзя, араб, араб, араб. Араб. Быстро, Валер, быстро. Валер, араб, Валер. Тихо. Давай, к себе, араб, быстро, к себе. Кими к себе, араб, к себе. Кими к себе, араб, к себе. Бегу. Кими на него зарычал, короче. Поругал, чтобы в будке спали. А то так. Давай, обход территории. И домой спать, Симба. Все, ребят, такие дела, давайте. Я, честно, устал уже почти час ночи. Вот, Краснодар, это уже с ним. Симба, сначала в туалет сгони. Симба, Симба. Так, ничего не грызем, не портим. Давайте я покормим. Все, Симба, будешь жить теперь как король. Вот здесь ему сделаю место. Полочку нижнюю выделю, дырочку тут сделаю, лежаночку поставлю. Щ-щ-щ. Вот теперь надо воспитывать его. Короче, Симбон уже дерется. Ну, покажи, как он дерется. Мои руки страдают. Давай вот сюда, переваливайся, переваливайся. Короче, кайфует теперь. Показываю Снежане, она не видела этот ролик. Пойдем. Кошмар, да.